Американский актер Стивен Сигал может получить российское гражданство. Об этом он сам сообщил на международном кинофестивале «Край света» в Южно-Сахалинске, куда приехал в качестве гостя. Он сказал, что очень хотел бы несколько месяцев в году проводить в России с людьми, которые его любят и ждут здесь. И российское гражданство где-то уже на горизонте. Также Сигал отметил, что ему очень нравится в России, здесь богатая культура, а на Сахалине очень хороший потенциал для ведения бизнеса. В России актеров пробудет до закрытия фестиваля «Край света» 17 сентября.